Добрый день, дорогие зрители, подписчики, клиенты, будущие клиенты и просто интересующиеся недвижимостью. С вами агентство недвижимости Deep Green Inquiry. Меня зовут Игорь. Сегодня мы с вами находимся на проекте номер 5. Это строящийся объект, окончание строительства март 2023 года. Два блока СТ, то есть будет бассейн, территория, беседки, ландшафтный дизайн. Два блока по 14 этажей, все квартиры планировки 2 плюс 1. По краям расположены две квартиры 2 плюс 1, в центре будут дуплексы. Общий метраж примерно 72-75 квадратных метров. Квартиры будут иметь два балкона, две ванны. Что хотелось бы отметить? Сейчас на данный объект действует беспроцентная рассрочка, 30-40% первоначальный взнос. Рассрочка примерно до конца 2022 года. Всю необходимую информацию вы, пожалуйста, уточняйте по телефону, который будет указан под видео. Что хотелось бы еще сказать. На сегодняшний день данный проект номер 5 для квартир 2 плюс 1 планировки, это проект с самой низкой ценой. Здесь цены начинаются от 56 500 евро. Значит, слева от меня находится блок Б. Справа от меня находится фронтально к морю блок А. Мы находимся с вами в Лимонном саду. К окончанию строительства здесь уже будет территория, то есть вот этих вот кустов лимона уже не будет. Дальше впереди будет парк небольшой сделан, и дальше там свободная территория. Что будет на ней построено, мы не знаем. Поэтому мы исходим из того, что есть на самом деле сейчас. Что хотелось бы отметить. Данный застройщик уже сдавал объекты в тот же непосредственно вот всем известный СТ Лофт, или как ТДЖНС СТ называется, тоже два блока, такое более большое количество квартир. Качество нормальное. Ну что, я всю необходимую информацию вам дал, сказал, от чего начинаются цены. Пойдем с вами посмотрим планировки квартир и зайдем на этаж. Мирова, Игинер, Барышбу, наша цена бы. Игинер, ты шикарь. Чок и ты же поляр. Молодец, что не знает он все. Аз. Но Херген Оренером. Херген Оренером. Барышбы, расскажи, как ты тут работаешь? Каждый день работаешь? Да. Как идет стройка? Нормально. План выполняете? Пиля? План. Ну, каждый день что нужно сделать? Да. Выполняете? Эхамбил приезжает? Да. Стройку проверяет, да? Ну, мы надеемся, что будет построено все вовремя, раз такие люди, как ты, работают здесь. Мы пришли немножко видео здесь снять, показать, какие планировки квартир здесь, ну, для клиентов. Вот прайс у нас есть, все. Ну, то есть, агентство. Mm-hmm. Ладно, Барышбей, ходи, Герышевес. Герышевес. Якшамар. Пока. Пока, давай. Вот мы с вами поделились на первый турецкий этаж, находимся в Б-блоке, работа еще продолжается, но мы все-таки решили отснять вам планировку квартиры, показать, чтобы на словах было лучше видно. Значит, вот здесь вот у нас вход в квартиру, вот здесь. Квартира планировки 2 плюс 1. Справа будет стоять шкаф, висе, прихожая большая есть, место, пространство очень удобно. По правой руке от меня будет салон вместе с кухней находиться и с балконом. По левой руке от меня будут находиться две другие комнаты и еще одна ванная комната. Давайте посмотрим салон. Здесь будет стоять кухня, мудфак сделана, и выход на балкон. Балкон, вам скажу, в правильной форме прямоугольный и достаточных размеров. Вот я, видите, стою, вот так вот делаю руки, да, не могу до края дотронуться. Это у нас Б-блок, получается, первый турецкий этаж. Это я отсюда стою, с первого турецкого этажа вижу море. Вот, пожалуйста, смотрите. Камера даже немножко удаляет. Здесь 300 метров до моря, в общем-то, очень близко. Мы находимся в Лимонном саду. Пойдемте смотреть дальше. Значит, в салоне будет два больших окна. Одно панорамное практически окно в пол и второе окно. Салон будет светлый, не темный, света будет достаточно. Здесь напротив входной двери тоже есть вот ниша. Я не знаю, как ее будет использовать застройщик. Скорее всего, поставит второй шкаф. По крайней мере, место здесь есть. Ниша. Слева от меня находится ванная комната. Давайте посмотрим, какого размера. Ну, размер, в общем-то, стандартный в сегодняшних реалиях. Будет полностью укомплектован душевой кабиной, умывальником и унитазом. Справа от меня родительская спальня. Родительская спальня и еще одна ванная комната. Здесь она немножко меньшего размера, чем предыдущая. Чуть-чуть меньше. Но в родительской спальне есть балкон. Посмотрим его размер. Балкон
практически квадратный, прямоугольной формы, очень удобный, чуть-чуть поменьше, чем в салоне. Значит, выходит он, получается, на восточную сторону. Квартира получается на три стороны света, запад, восток и юг. Будет очень хорошо продуваться летом. Мало будете тратить электроэнергии, меньше будете платить за кондиционер. Пойдемте посмотрим спальню. Ну, спальня нормальной формы, прямоугольная. Достаточно места, чтобы поставить двуспальную кровать и тумбочки, повесить телевизор. То есть достаточно места. Это родительская спальня. Мы находимся в ней комнате. И пойдем посмотрим последнюю комнату. Она чуть меньшего размера, чем спальня. Это может быть использовано либо как детская, либо как рабочий кабинет. Здесь слева от входа есть ниша. Скорее всего, сюда можно спокойно будет установить встроенный шкаф. Я думаю, до этого места и предназначено. Одно окно, балкона здесь нет. Напоминаю, что квартира 2+1 с двумя ваннами и с двумя балконами. Мы на первом турецком этаже. Пойдемте дальше. Мы с вами находимся при входе в дуплекс. Давайте посмотрим его. Здесь, скорее всего, будет санузел. Пока еще только выложен периметр кирпича. Здесь салон мудфак. Салон мудфак с кухней вместе. Достаточного размера. И один балкон. В дуплексе один балкон. Сейчас выйдем на балкон, посмотрим, как видно море. Балкон длиннее, чем 2+1, но по глубине меньше. Море видно прекрасно. Сейчас вот камера снимет, увидите. Это третий турецкий этаж. Потому что дуплекс и Б-блоки начинаются с третьего турецкого этажа. Ну и в А-блоке то же самое, одинаково. Мы, к сожалению, не можем подняться на второй этаж дуплекса. Здесь еще как бы лестница не готова, чтобы больше вам отснять информации. Но в следующем видео мы обязательно вам это покажем. И в завершение давайте подведем краткие итоги по данному объекту постройки номер 5. Значит, два блока по 14 этажей, в А-блоке осталось все квартиры 2+1. На одном этаже, получается, будет 3 квартиры, на другом этаже будет 2 квартиры, так как дуплексы все знаем, что у нас двухэтажные. В А-блоке осталось 3 квартиры, цены от 58 начинаются. И в Б-блоке 8 квартир сейчас есть. На данный момент цены начинаются от 56,5 тысяч евро. На данный момент среди сопоставимых строек квартир уровня 2+1 это самые сейчас низкие цены. Поэтому я думаю, данное СТ, безусловно, заслужит ваше внимание, учитывая близость к морю. Здесь примерно 300 метров от моря, вот, прямой вид. СТ будет находиться в Лимонном саду. Когда будет закончена стройка, все это будет здесь убрано. Здесь будет бассейн, паркинг, то есть охраняемая территория. Дальше будет Голидье парк, вот, и небольшой участок. Мы не знаем, остается, что там будет, стройка, не стройка, мы еще пока не знаем. Ну, а слухи мы не рассказываем. Так что такие вот дела. Всего доброго, до свидания. Будут вопросы или какие-то, нужна будет консультация, любые вопросы вообще по СТ, по другим нашим стройкам, пожалуйста, обращайтесь по телефону, который будет указан под видео. Всего доброго, до свидания.